Я чуть ногу не ломаю каждый раз. Дальше у меня вальсовая перепрыжка. Сюда, сюда. Сюда, и я вместе с ней. Давайте мы это прям, не чтобы они карты по-своему ломался. Ну вот и на... Да. Я предвосхищаю вот этих вот. Мы сделали раз, и оттуда лопать, и встали. Я, грубо говоря, тогда из них сделаю типа пум. Да, раз, два, три, четыре. Не, вот здесь мы остановились, когда... Пум-пум-пум-пум. Блин, у меня другая нога. Три. Пум. Раз. Потом уже мы сделали, ну, типа, юз. Отошли. Встали и раз, там, бам, вниз. И пошла волна. Вы закончили волну. Подпрыж... Ну, типа вот это. Просто толчок. Мах вниз, мах, подпрыжка. Ну, грубо говоря, закончу с ними вот это. Между них проеду. И сделаю вот здесь вот. Возможно, лягу. Но потом скачу. Если вы в этот момент видите, что я лежу, не надо, не замечая меня, уходить со льда. Попробуйте меня откачать. Не, если вы видите, что типа свет включился, вы стоите в позах, я там лежу, не надо делать типа. Нет, вы просто подъезжаете, берете меня за ноги.
Так, давайте здесь, пока вы туда не уехали, еще раз по музыке начало. Не торопитесь, потому что вы все время рано приезжали. Они бы вот так стояли, это было бы очень смешно, в мантиях, ну просто голова. Вместе, вместе. Синхронно. Не торопитесь, толчок. Расстояние. Проверьте, вы не совсем совпадаете именно в этой протанцовке. Пам-пам. Ну, тебе не обязательно ногу разворачивать. Тебе не обязательно ногу разворачивать. Тебе главное просто упереться в руку. Ты можешь боком вообще сидеть, грубо говоря, просто вот удобно тебе вот так вот. И просто, ну, то есть, типа... Это ноги, да, я согласен. Поворачивайся. Ты еще повернись, тогда будет проще. Ауч. Ну и просто очень сложно это делать без инерции. Заведи туда. Вот, и все. Ну почти.